Представляем твердотопливный котел длительного горения марки «Буран» Зензелевского котлозавода мощностью 20 кВт. Какая длительность горения на дровах этого котла? На дровах твердых куріти в среднем котел горить порядка 30 годин. На угле? До 5 суток, 4-5 суток. Какой принцип работы котла? Принцип работы сверху вниз. Котел працює, горить сверху вниз. С какой дверки загружаются дрова? Середня, середня дверка, вона ще називається загрузочна дверка. Вот это средняя дверка. Здесь мы загрузили дрова до этого уровня. Дальше. Дальше догружаем эту. Да. С этой дверки с верхней проходит до загрузка и розжиг. Розжиг происходит сверху. А какой путь дыма и как происходит максимальная теплоотдача котла? Дим піднімається до гори, у нас вихід на димку знаходиться в верхній частині котла, з самого верху. Максимальна теплодача котла відбувається, коли котел вже майже догорає, знизу, коли працює весь теплообмінник. Тобто, коли він повністю загружен, працює тільки верхня частина теплообмінника. Саме так. І від заявленої мощності кіловатт работает 10 киловатт, где-то в этих пределах ориентировочно. Потом, когда топливо опускается, прогорает до середины, тогда оптимальные 20 киловатт, которые заявлены в техпаспорте изделия, отдают на батареи. Какая толщина стали теплообменника? Толщина теплообменника 4 мм, камеры сгорания. Какой вес котла? В данной модели это 240 кг, это без воды. Производятся ли промышленные котлы этого бренда? Так, называется Буран Экстра. Производится? Да, да, производится. До скольки киловатт? До 1,5 мегаватта. Какого производителя используется автоматика котла, котлов Буран? Мы працюємо с польским виробником Протон. Какая гарантия на автоматику Продон дает завод-изготовитель? 2 года. Какая процедура отработки обращения по гарантии, если у человека что-то сломалось в котле? Повинні зателефонувати до нашого сервісного центру. Номера всі телефонів, вони будуть в паспорті котла. Оформляємо заявку, виїжджають наші спеціалісти і все ремонтують. Відеосйомка производилась на виставці «Акватерм» 2016 року. З нами був менеджер. Представьтесь, пожалуйста. Роман. Роман. Спасибо, всего доброго.